Друзья, всем привет, это Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Сегодня я стою возле банкомата Bank of China в Дадунхай, Хайнань, Китай. И хочу вам рассказать, как просто снять денежные средства, наличные, соответственно, в Китае. Здесь все не хитро, друзья. Для того, чтобы вам снять деньги сейчас в текущих условиях, нам нужны карточки UnionPay платежной системы. Выпускают наши российские банки. Многие, да, у меня конкретно банк Русский Стандарт, есть Почта Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк и так далее. В общем, вам нужна обычная карта с рублевым счетом. Не надо специально какой-то валютный счет открывать. Но она должна быть обязательно UnionPay, друзья. Дальше мы с этой карты приезжаем в Китай. Они, естественно, должны быть ваши деньги, рубли. Заходим в любой банкомат. Кстати, называются банкоматы в Китае и других странах не банкомат, а ATM, чтобы вам было проще. Подходим вот к такому ATM, вставляем нашу карточку. Ну, естественно, выбираем язык. Здесь, видите, у нас есть будут варианты английский либо китайский. Сейчас вам быстро все покажу. Так, вставили мы карту с вами. Все, говорится, будет в режиме реального времени. Здесь мы выбираем язык английский. Вводим пин-код. Ну, все как обычно. И дальше нам нужно снять денежные средства. Для того, чтобы снять денежные средства, вот эту кнопочку называем. И withdraw wall. Вот это. Пишем либо сумму, либо выбираем, какую нам нужно. Давайте поставим 1000 юаней. Идет процесс. Слышите, загудел уже банкомат, точнее ATM. И сейчас нам вот здесь выдадут наличные. Вот они, вот наши 1000 юаней. Все очень просто. И забираем сейчас нашу карточку. Сейчас он запросит, продолжить операцию или нет. Вот мы пишем return card, вернуть карту. Спасибо, карточка у нас. Так что, друзья, процесс очень нехитрый. Все работает прекрасно. И еще, друзья, один момент вам сейчас покажу. Как нам можно обменять деньги. Потому что я знаю, что некоторые люди приезжают там с долларами, евро, даже рублями можно. Не надо бежать каких-то их искать обменников, Васю, Петю, там Игоря, да? Достаточно подойти вот к такому аппарату. Здесь выбираете, как видите, разные валюты можно поменять. Вы прокладываете сюда паспорт, кладете деньги. Можно язык даже выбрать русский. И вам выдается местная валюта юаней. Так что все не хитро, друзья. 21 век, все современно, просто. Снимайте валюту, делайте покупки, отдыхайте прекрасно. Ну а я помогу вам в выборе туров. Ниже под ссылочками, все под видео есть ссылочки на мой прямой WhatsApp, поиск туров и так далее. Работаю онлайн по всей России с договором, чеком, все как положено. Увидимся в следующих полезных видео. С вами был Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Пока!